Здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега. Мы продолжаем играть в XCOM 2, Долгая война 2. Продолжаем проходить. В прошлой серии мы поймали вот такое задание, шестидневное, на которое я не успеваю, конечно же, но ускорим и будет все хорошо. Нам нужно спасти VIP, а VIP этот ученый. И ученого на халяву мне бы хотелось получить. И в целом собралась вот такая команда. Беру двух разрушителей, одного специалиста, ниндзя, ну, в общем, и один гранатометчик у нас идет. Также штурмовик у нас идет. Все оборудованы по последнему слову техники, которые у меня сейчас есть. И вот этот парень у меня идет взлом, показывает 309 плюс 45. Какой-то вообще лютый товарищ, поэтому поехали. Надо как-то одного качать, чтобы потом сектоподов как орешки, чтобы он их щелкал, да? Так, отлично. Основы исследования двигаем. И теперь... Так, подожди, у меня же разведданных 13. Планшетик один вскроем. Так... А, вот малозаметно, неплохо. За 6 дней обучится. Так, кто-то там выходит на связь еще. Новое исследование, поехали. Сразу же, наверное, делаем силовую броню. Так, и теперь... Вот здесь на поиск рекрутов. Давай, все, рекрутов ищем. Здесь нету. Здесь сила Адвента 5, была 6. Перебросили куда-то, да? Новая цель. Показать. 9 дней, 6 часов, ученый. Отлично, но я хочу... Вот здесь, наверное. Ускоряем проникновение, да? Да, пожалуй. Сколько там разведданных? 11. Ну, в целом, можем и успеть так-то. Четыре дня. Отстой. Ну, давай. 100% проникновение. Уровень готовности обычный. Или может еще покрутить, плевать, что здесь у нас? 7 дней осталось. Еще один ученый, да? Ну, блин, даже не знаю. Ну, мотаем до Талова, наверное, тогда. Плевать на этого тогда. Так, продолжить обучение. Ага. Тут никак. 125%. Уязвимый. 138%. Начать операцию. Поехали. Resistance is asking for our help in rescuing an important VIP of theirs that was recently captured by Advent forces in this region. Recon indicates такое хорошее время, 9 дней проникновения, а я хожу на всякое говно и трачу... И просто трачу разведданные вообще впустую. Мне это вообще не нравится. Просто не нравится. Блин, сейчас придется уехать мне по делам. Ну давайте, я миссию, наверное, начну. И нажму выйти, чтобы как-то это сохранение прошло. Потому что я, конечно, оставлю комп. На несколько часиков надо будет отъехать. Я комп оставлю, чтобы он мне здесь ничего не скинул. Но навряд ли. Надо будет кое-какими своими делами заняться. Так... Заваливаемся. Врагов всего лишь 9.
S15, we have a confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Так, VIP там. VIP там, эвакуация, в принципе, где-то близко. Край карты здесь, поэтому мы, наверное, по краешку карты попробуем пройти, да? Там на второй этаж только надо будет залезть каким-то образом. Каким-то образом. Причем дверь с обратной стороны. Ну ладно. Я, наверное, сейчас вот так вот прям выйду и... Потому что здесь сохранить по-другому не получится. А что-то это не хочется оставлять несохраненное. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем, погнали. Значит, что у нас здесь? Все замаскированные. Не прошло и полгода, да? Погнали. Даже кого-то видим сразу же. Здравствуйте, Мэк лучник, элитный копейщик, элитный щитоносец. Какие-то они как будто маленькие, нет? Или мне кажется? Враги какие-то маленькие, да? Так, ну ладно, мы всей бандой движемся в этом направлении, в любом случае. Так, вполне возможно, даже может быть как-то с боем будем прорываться. Как вы считаете? Хотя... Этот ход просто подтянемся, вот здесь вот сгруппируемся и будем здесь сидеть. Давай. За стеночкой здесь спрячемся. И они к нам идут, да? Так, норм. Че, можно в принципе их порезать даже. Вот этим ребятам не дадут пройти. И здесь я не смогу пробежать. Здесь вышка какая-то долбаная, которую можно попробовать ломануть и посмотреть, что там есть. Большой сплав. Большой запас сплава. Берем. Большой запас сплавов и плюс 5 взлома. Неплохо. Отлично, можно еще и робота хакнуть. Давай. Под контроль, наверное, не будем захватывать, просто оглушим. Отлично. Ну, чтобы не палиться. Так. Выключился. Стекло сломали, да? Так, теперь робот здесь не палит, и мы можем уже пробежать. Например, нашу любимую барышню с дробовиком отправить на передовую. Чтобы она могла спокойно ранэнган делать. Так, здесь как лучше. Как лучше. Вот непонятно, блин. Вот встану сюда и запалят, да? Не верю я уже этим квадратикам. Да вот я же говорю, блин. Вот как? Не показывали квадратики, ну. И у меня два бойца просто бамбук курят. Три бойца. 46. Молодец. Просто молодец. Ты просто молодец. Так, ты вроде броню умеешь разрывать, да? Давай, мочи. Урон. Урон фантастический. Урон просто фантастика.
Ты что, не горишь? Огнемет вообще полное говно. Реально, огнемет полное говно. Он вообще не поджигает. Он просто не поджигает. Ну-ка, ну-ка. Пойдет. Как небольшой? Я же нажал большой. Беспонтовая херня какая-то творится нынче здесь. Так, кто там умеет у меня броню ломать? Пендальф тоже же броню ломает. Давай, вперед. Так. Тут окон нигде нету. Давай поближе подходи. Отлично. Готов. Но это все равно не то, что я хотел. Так. Че, ломимся дальше? 6 врагов, да? Пошли, надо ускоряться. Прям сильно-сильно ускоряться. Так, ну ты тогда сиди здесь и не отсвечивай. Тут, наверное, перезарядка. Так. Дальше. Пошли посмотрим. Никого? Ну-ка, я здесь. Никого. А вот здесь кто-то есть. Здравствуйте, мутоны гвардейцы. Так. Давай, почему нет? Хотя бы по змеючке постреляем, да? Более-менее. Молодец. Сил не хватает даже окно разбить.
Так, только змею можем резануть. Но это не то. Так, трудная мишень. Легкий шаг. Нет у него еще такого, да, что призанул и убежал. Отстой. Отстой. No problem, boss. Молодец какой. Как же так-то? Ну вот отсюда, да, будем видеть. Вот отсюда будем видеть, пошли. Огонь. Отлично, минус змея. Так, и гранатометчик. На передовую. Так, хорошо. Что дальше делаем? Как-нибудь бы топорик кинуть. Может быть. Может быть, как-нибудь топорик кинуть. Пошли. 60%, обалдеть. Так. Успокойся там. Хорошо. Так, вот здесь можно будет спрятаться, да? Неплохо. Тогда быстрое развертывание. Морозная граната сюда. Есть контакт. Ты бежишь. Нет, ты просто бежишь тогда вот сюда. Тогда вот таким образом. Кидаем ему в лицо топор. Молодец. И тогда режем, да, 100%. 8-13, а так 7-12. Угу. Дальше. Дальше. Не добегаем, да? Пошли. Да. Not even close. Да. И ребятки встали, и они будут мне мешать сейчас с огнемета его прожечь. Ну и так неплохо вошло.
Так, здесь мы тогда что делаем? Так. И вот так. Угу. Так, теперь надо как-то отработать на второй этаж, да? А где здесь забежать, чтобы дверь открыть? Можно наверняка как-то увидеть этот момент. Так, давай, как мы делаем? Этого просто режем. Угу. Готов. Чё там элитный расширенный магазин? Неплохо. Так, и добежать, резануть мы не можем, да? Да, блин, еще загрели. Здорово, пацаны. Боеготовность. Так, ладно. Ладно. Так, на кого лучше отправить? На дрона охотника или вот на этого лучше? Да, этого лучше захватим. Пускай помогает. Отлично. Но прежде всего надо с мутоном Центурионом разобраться. Так, есть. Вот здесь. Как лучше сделать-то? Броню-то мы никак не сломаем, да? Там щит этот долбанный. Ну хотя бы дрона немножко тоже по броне просадим. Ну тут одну единичку брони снесли. Так, ладно. Теперь резануть можем только его. Не то, что мне хотелось, конечно. Побежали. Отстой. 72% мог бы и попасть. Да ведь? Здесь где-нибудь бы спрятаться. Хорошо. Хорошо. Прям вообще хорошо. Одно ядрышко. Так, что у нас там получается? Офицер элитный. Элитный офицер. Так, ну давай, здесь пока стоим. Этого на базу. И здесь как лучше сделать... Хм-хм-хм-хм.
Отсюда никого не увидим, да? Отсюда офицера будем только видеть. Ну давай вот отсюда по дрону отстреляемся. Сейчас придется... Нет, слушай, нормально. А вот зараза. А, он метку повесил, придурок. Придурочный. Так, с мэком надо что-то делать. И подкрепление уже скоро. Так, здесь перезарядка однозначно. Здесь. Давай, наверное, сюда. Так, нет, стоп. Ты стой. Огонь. Отлично. Так, теперь. Ну, в целом-то можно, да? Попробовать. В целом можно попробовать. Так, тут однозначно перезарядка, и у нас остается еще мэг. Ну и как раз переместимся для того, чтобы видеть на следующий ход, видеть комнату с этим товарищем. Побежали. Все равно же это когда-то надо делать. Урона. Commander, that appears to be the codex responsible for safeguarding the alien data stores. We'll have to neutralize it if we intend to recover the data. Understood. Так. We've got our target. Пошли. А вот эта фигня не будет работать? Давай оглушение. Отлично. Оглушение 0. Серьезно? Побежали. Блин. Гадская фигня. Так, и надо мека расстреливать уже срочно. 40%. Так, как бы сделать так, чтобы ты убился, а? Как сделать так, чтобы ты убился? А вот в меня через всю карту в полное укрытие попадают. Да как ты его не видишь-то, а? А, вот, нормально. Огонь. Это уже чухается сейчас. Так, кто еще есть? Больше никого нету. Блин, телефон разрывается, надо ответить, ребят. Капец, что-то как-то тяжело идет эта серия. Так, ну мэка я в любом случае с одного выстрела не убиваю, да? Только если критом влепим, а криты у нас по нулям. Давай попробуем по кодексу пострелять, 47. И не туда, и не сюда. Ну ладно. Так, давай. Очухался. Appears to be in a state of flux, existing simultaneously across multiple dimensions. Завязывай. Оружие выведено из строя. Я понял тебя, что оружие выведено из строя, надо и валить отсюда. Она же еще эта хрень-то схлапывается и... Так, у меня есть свободная перезарядка здесь, кстати. Так.
Ты сюда идешь. И ушатываешь вот этого мерзавца. Так и есть. Так, теперь тут перезарядка. Тут перезарядка. Так, ты сюда. Огонь. Вопрос на засыпку. Откуда мне увидеть эту долбаную дверь? Есть. О, я отсюда ее вижу. Я понял вас. Я понял вас. А отсюда? Я отсюда вижу. Шикарно. Взламываем. Сейчас подкрепление будет. Надо уже текать отсюда. Простой ПБМ, небольшой объем. Разведданных лучше. Забираем. Забираем и валим. Давай, 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 давай. Где ты тут? Так, зона эвакуации прямо вот здесь у нас, да? На следующий ход у нас VIP уезжает. Но если, блин, если мэки припрутся, по ним надо будет пострелять. Давай все-таки за укрытие тебя посадим, хоть хотя бы с одной стороны защита будет. Ну вот нам не надо теперь туда бегать, да? Так, здесь что делаем? Здесь что делаем? Как-то... Как-то надо рассосаться с этого места. Еще не просто рассосаться, еще бы хотелось пострелять бы. На всякий случай. Так, ты сюда. Здравствуйте. Ну, могла бы и попасть ради разнообразия-то. Вот он гвардеец, 27 хп. Блин. Так, все, там на боеготовности никого? Никого. Ты на эвакуацию уходишь. Дальше. Дальше ты пробегаешь. Эти ребята, в принципе... Так, ну давай попробуем как-то вот так. Потому что вот эти мне нужны. На бронеплиты на всякие, да? Так, тут перезарядка на всякий случай. Дальше. Ты вот сюда. Ох, тяжелый груз. Самое главное не промахнуться мимо зоны эвакуации. Так, вот здесь у нас с мобильностью не очень все хорошо. Так, ты сюда. Уходим. Где еще? Так, ты однозначно тогда сваливаешь. Здесь. Хм, ты сможешь? Слушай, ну сможет, да? Но хотя змея, по-моему, здесь где-то была, насколько мне известно.
Давай вот так. У него же эта хрень работает. А, она один ход занимает. Все, я понял. Уходим. Она один ход тратит. И здесь просто уходим. Пендальф у нас только греб получается, да? Да, все, все на месте. Валим. Ну а что? Несколько трупов, мутончиков забрали. Броньки накрутим немножко. Это неплохо на самом деле даже, да? Прям вообще неплохо, мне кажется. Накрутим брони. А я же исследовал какие-то там бронеплиты. У меня сейчас, по-моему, стоит... Нет, в исследованиях сейчас не стоит. А, надо в этом, в цехе-то, в инженерном заказать. Вот что надо сделать. У меня был мутон, потом, по-моему, я еще одного притащил, и сейчас еще двое. Одного я потратил на вскрытие. И сейчас, по идее... Ну, или два вот эти... Или два, или три ли их сейчас на базе должно быть, по идее. И сейчас мы можем поставить, исследоваться бронеплиты. Шейн нам должна это дело все организовать. И у нас появятся топовые бронеплиты. Плюсом можно будет заказать еще чего-нибудь из хитина. Они вроде как порезче. Ну не вроде как, а точно порезче. Так, повышение Эфиопу. Используйте гремлина, чтобы дать союзнику дополнительное перемещение. Классно. Полный перехват. Вот это надо взять. Обязательно. Эфиопу надо вот это взять. И он будет тогда меков захватывать навсегда. Мастер ближнего боя. Что это дает? Способность позволяет сделать только один выстрел в каждого врага в течение хода. Позволяет во время хода противника выстрелить из основного оружия по любому видимому врагу, если тот движется или ведет огонь в пределах 4 клеток. Блин, да это такая себе. Вот лучше неуязвимость возьму. Тут легко ранен, 5 дней. Вообще фигня. Так, мозг кодекса есть. Элитный расширенный магазин. Передовую. Снижает шансы противника на уворот в ближнем бою на 30%. Круто. Автозаряжание, элитный расширенный магазин. Вот это классная вещь. Контейнеры продадим. Труп офицера, обломки дрона, мутонные гвардейцы 2 штуки, инопланетные сплавы 20, разведданные 35. Нормально, миссия отбилась по разведданным, да? И тем более мы захватили ученого, это раз. И второе, мы вскрыли, наконец-то воткнули щуп, так сказать, зонд в офицера. Это очень круто. Исследуй шифрование пришельцев. Ок. Набран новый персонал. Так, давай, тогда мы отправляем ее вот сюда. Хорошо. Пси-лаборатория уменьшает время обучения. Но может быть мы ее тогда вообще сюда засунем. Тогда давай. Пусто. Новоприбывшую засунем тогда вот сюда. Пускай быстрее обучает наших товарищей. И показать улучшение. Вторая ячейка. Блин, 100 материалов, которых у меня нету. Но мы можем сгонять и продать чего-нибудь. Так. А, вот панцирные бронеплиты. Через один день у меня будет. И что мы еще можем сделать? Какие-нибудь синие патроны против меков, да? Против... Игольчатые отравленные флешета, патроны стилет. Коготь. Подожди, а какие патроны лупят по... Какие-то патроны дракон поджигают, сканеры боя, зажигательные гранаты. Отравленные флешета.
красный экран, по-моему, да? Ну, все-таки напишите в комментариях, вот этот патронный красный экран, это вот они по роботам фигачат сильнее или не они все-таки? Так, ну и в целом, я думаю, что на этом будем заканчивать. Неплохо прям, вообще неплохая такая миссия у нас получилась, правильно? Я думаю, что я, наверное, еще что сделаю? Что я еще, наверное, сделаю? Два дня. Контакты с сопротивлением. Хорошо. Слетаем. Здесь у нас остается два дня, но это уже вообще хрень полная. Здесь остается 6 дней. Опять не успеваю, да? Блин, ну тут опять ученые, вот в чем дело. А ученые мне так-то нужны. Не знаю, может быть, и схожу даже. Посмотрим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Контакты с сопротивлением здесь нам навалят. И что я хотел еще что-то? Я хотел посмотреть. Черный рынок? Да. Давай, черный рынок. Посетим. Продать инвентарь. И продадим всякую хрень. Дуговой клинок. А, продадим. Что мы продадим? Инопланетный контейнер. Вот можно 5 штук продать. Десяточку оставлю на всякий случай. Дальше. Щитоносец. Увеличивает урон гремлина на 1. Но это можно Эфиопу. У него взлома уже вагон, да? У нас там в каком-то гремлине плюс 5 взлома. Вообще ни погода не сделает на его уровне. А вот один урон гремлина на 1, если гремлин бьет 4, будет бить 5. А по врагам за место 8 будет бить 10. Круто? Круто. Оставлю. Лазерный дырокол, вот ими вообще не пользуюсь. Продаю. Обломки Мэка. Ну не знаю. Труп офицера можно продать. Труп крисолида надо. Кстати, можно бронеплиты сделать. Хитиновые. Элитные жмурики. Элит Вайпер Корпс. Стоит 3 монеты всего. Прикиньте, как сложно его убить, и всего 3 монеты стоит. Броня хищника, голографический целеуказатель, планшет адвента, кэш данных. Модифицированный лазерный прицел не нужен. Рассеиватель энергии оставлю. Направленный щит не нужно. Контейнер адвента продаем. Жилет из нановолокна. Настройка спуска мне, пожалуй, тоже не нужна. Протокол ослепления тоже не нужен. Это оставляем. Автозаряжание, пожалуй, тоже не надо. Хотя нет, автозаряжание, наверное, оставлю. Ок, все. 133 монеты. Хорошо. Торганули. И теперь... Подожди. А, мне надо... Блин, у меня же куплено получается уже, да? То есть мне надо просто... Звание повысить. Понятно, значит надо стаскать его на... Центр передовых военных технологий улучшить. Учебная станция для солдат. На переобучение кого-нибудь отправить. Ну не то, что я хотел. В партизанской школе что мы можем сделать? Месть, молниеносный удар. Эффект от ПБС. Наверное, я вот эту возьму, да, штуку? Или с другой стороны... Будем ходить аккуратненько на всякие такие миссии, да? Здесь сделано все. Инженеров бы еще не помешало. Здесь все куплено по энергии, да? Ну, вроде как все. И у нас получается построить. Я могу тут либо реле питания, либо станция связи с сопротивлением. То есть, в принципе, все есть. Материалов 231. Жилой отсек, здесь ничего сделать мы не можем. Ну ладно, как-то так, все. В целом, неплохо мы так продвинулись и удачно сходили и забрали инженер... Ой, забрали и
ученого, господи. И самое главное, воткнули зонд этот в офицера. Это очень круто. И все сделали за одну миссию. И причем отбили ее по материалу, по разведданным. Да, как-то так. В общем, все, ребят, на этом будем прощаться. Увидимся с вами в следующих видео. А с вами был Серега. Всем счастливо, всем пока-пока.